Здравствуйте, мои дорогие подписчики, гости моего канала, кто зашел. Сегодня мы отдыхаем в Анапе, уже пятый день. У нас здесь холодно, до минус 1 градуса. Ночью было, ну, днем где-то плюс 4. Все эти дни плюсовая была температура, дождик шел, было тепло. Видеоролики я не выкладываю, потому что плохо работает Wi-Fi. И приеду домой, тогда уже буду все выставлять ролики, как мы здесь отдохнули. Что мы здесь сделали, как мы питались в санатории, все расскажу, все покажу. До новых встреч, мои дорогие!